В образовательных учреждениях Люберецкого района продолжают чествовать тех, чьи подвиги будут жить в веках. В лицее номер 12 юбилейные медали в преддверии 65-й годовщины Победы вручили ветеранам Великой Отечественной. На торжественной церемонии побывала наша съемочная группа. Это они проявили героизм и мужество в кровопролитных боях, стояли за станками, работали на колхозных полях и выжили в фашистском плену. Ветераны Великой Отечественной войны, дружинники тыла и малолетние узники концлагерей на торжественной церемонии вручения государственных наград принимают в свой адрес самые искренние слова благодарности. Это необычное мероприятие, оно торжественное, но, как говорят, со слезами на глазах. И начиная от малышей до старшеклассников, все со слезами на глазах действительно. Потому что прошло 65 лет, но такой подвиг, такой героизм, такое самопожертвование нашего народа не забывается. В торжественной церемонии приняли участие более 100 человек. В актовом зале государственные награды защитникам Отечества вручал заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму Люберецкого района, полковник в отставке Геннадий Рубцов. 50 тысяч наших земляков приняли участие в этой войне. Ваш пример, ваш подвиг неоценим для воспитания нынешнего поколения. 65 лет отделяют их от 9 мая 45 года. Их фронтовые дороги пролегли через испытания и трудности. Убеленные сединой герои, вспоминая годы лишений, рады вниманию и поддержке со стороны подрастающего поколения. Даже вот сюда сегодня шла, эти дети вот так встречали, просто трогательно даже, как говорится, вот было очень. Даже не могу рассказать. У нас, как говорится, ни детства не было, ни юности, ни старости нет. Приятно, нас сегодня хорошо встречали. Когда мы получали за 50 лет, нас так не встречали. Настроение праздничное, так что очень как-то приятно. Это не каждый так день бывает, или каждый год. Ну, да, приятно, очень хорошо. Самое главное, что нас не забыли. Вот это главное. Для меня это главное, что меня не забыли. Для тех, чьими подвигами на земле воцарился мир, ученики лицея номер 12 подготовили творческие номера. Перед почетными гостями выступили чтецы, а также воспитанники, учителя музыки, композитора Юрия Верешникова, автора гимна Люберецкого района. 9 мая для ветеранов Великой Отечественной лицеисты уже разучили немало патриотических песен. День Победы – это свято, его слава запомнили велика. День Победы – 45-м, остается днем Победы на веках.